Как стало известно, Алла Пугачева осталась без недвижимости в родной стране. Еще несколько лет назад она переписала свой загородный дом на берегу Истры на старшего внука Никиту Преснякова. Знаменитую квартиру в Сталинке на Тверской Ямской певица отдала дочери Кристине Арбакайте, а замок в деревне Грязь изначально был оформлен на молодого мужа Примадонны. Недавно журналисты вспомнили, что народная артистка имела в собственности еще одно тайное жилье. Речь шла о квартире в Филипповском переулке, окна которой выходят на храм Христа Спасителя. Эти просторные апартаменты Пугачевой в начале 00-х подарил бывший зять Руслан Байсаров. Говорят, что ему удалось купить квадратные метры в элитном доме за минимальную цену. Сейчас квартиры похожей планировки в этой же постройке продаются минимум за 300 миллионов рублей. Оказалось, это имущество Пугачева передарила младшему внуку Дэни Байсарову.